Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Председатель общественной палаты и член общественного совета при УМВД Денис Лукьянов проверил пункт МРЭО ГИБДД Забайкальского края, где проводится регистрация автомобилей. Там в очередях люди проводят не один час в ожидании, тратят большое количество времени на то, чтобы зарегистрировать свое авто всеми законными способами. На этот раз удача улыбнулась автомобилистам. В Антипихе очередей не было, потому что там систематизировали работу, и сейчас все автомобили проходят осмотр по строгой записи, и не надо стоять в огромной очереди. Нам удалось увидеть, что очередь на осмотр автомобиля в поселке Антипиха составлял порядка там 5-6 машин. Мы сами стали очередь, буквально простояли 25 минут и провели осмотр автомобиля. То есть это вполне, я считаю, что это вполне нормально. Такая же ситуация возникла и в пункте МРЭО на Газимурской. Тем не менее, очередь там была. И, как говорят автомобилисты, непонятно, кто за кем стоит и для чего был составлен список. Стоим 2 часа. Список, по которому, как говорится, очередь шла. Список забрали, сейчас дурдом. Как бы никто не знает, у кого какая очередь. Кто за кем стоит? Вы какой очередь? 27-й, получается. После вас? Сейчас новая. После меня еще человек 15, наверное. Был список, все хорошо, это как испокон веков так было. Сейчас непонятно, кто за кем стоит. А порядок какой? То есть сначала надо здесь, да, отстоять, потом что-то еще, да? Получается, документы, когда все готовы, сразу сюда приходишь и согласно списку уже подаешь документы и все. Так все происходит. Не удалось попасть членам общественной палаты в пункт на Сухой Поди, где разработана электронная очередь. Любопытно было бы посмотреть ситуацию там. Мы сегодня не попали в Сухую Падь, потому что сегодня у них выходной. Мы знаем о том, что там существует электронная очередь. И со слов заместителя начальника МРЭУ, мы сегодня с ним общались, в этой очереди в электронной есть недостатки. На сегодняшний день, с его слов, ведется разработка программного обеспечения, такого умного, совершенного, который вот эти недостатки, будет исключать. И электронные очереди в будущем, они, скорее всего, появятся на всех пунктах регистрации автотранспорта. По итогам проверки был сделан вывод, что ситуация в пунктах МРЭО улучшилась, но кажется, что это событие временное, и удача для автолюбителей была только в этот день. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.